Инновационный подход – одно из самых эффективных средств в борьбе с экономическими коллизиями. Новые решения ищут как строящиеся предприятия, так и давно действующие. Вопросы модернизации и внедрения новых технологий глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил сегодня с работниками чебоксарских предприятий в рамках единого информдня. На предприятии «Водоканал» трудится около 1000 человек. От качества их работы напрямую зависит наше здоровье. Как уверяют сотрудники лаборатории, сегодня воду из-под крана можно смело употреблять не только в кипяченом, но и в сыром виде. За прошлый год выручка предприятия составила 840 миллионов рублей. Михаил Игнатьев похвалил коллектив «Водоканала» за слаженную и продуктивную работу и поставил сверхзадачу – выйти в этом году на 1 миллиард рублей. Последние годы очень много сделали. Не в каждом столичном городе это делается. Изношенность практически коммуникаций вообще в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет 60-70%. По водопроводным сетям это где-то на уровне 30-35%. Это хороший показатель. Помимо производственных моментов, работников водоканала интересовали и другие, более житейские вопросы. Планируется ли строительство детских садов и школы в микрорайон Радужный? Проект детского сада есть, место под детский сад есть. Значит, если будет дополнительное финансирование, начнем в этом году. Если нет, запланировано было на строительство на 2016 год, на следующий год по правилам. Под школу тоже там место есть. Глава Чувашии побывал и на предприятии, которое специализируется на производстве лифтового оборудования. Продукцию поставляют в самые разные точки земного шара – от Индии до Кубы. За прошлый год увеличилась не только производительность труда, но и среднемесячная заработная плата работников. Все это благодаря слаженной работе коллектива и высокой квалификации специалистов. Если ранее мы применяли разработки московских разработчиков, таких как НПЦ и электропривод, в настоящее время у нас есть уже своя современная система управления, распределенная система управления лифтами, которую мы успешно сейчас внедряем на всех лифтостроительных заводах. Значит, за нашу деятельность мы уже выпустили около 70 тысяч станций управления, то есть можно сказать, что 70 тысяч подъездов осуществлены нашими станциями. Молодые специалисты наглядно продемонстрировали главе республики возможности современного оборудования. Автоматически подается каждый элемент, при помощи лазера проверяется, есть ли брак в корпусе, в выводах, вот отбраковывается, если что-то есть. Буквально в двух шагах от электроимпульса расположились пока еще пустые площадки нового завода по производству жгутов, кабелей для иномарок. Соглашение между японской компанией «Фуджикура» и правительством Чувашии было подписано в декабре прошлого года. Площади освобождены, офисные помещения уже готовы. Уверенность полная, что мы к 15 марта успеем. У них здесь две линии будет, насколько я понял. Да. Примечательно то, что это будет первая производственная площадка японской компании «Фуджикура» в нашей стране. Общая сумма инвестиций оценивается в 450 миллионов рублей. Таким образом, к концу первого квартала в Чебоксарах появится 200 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаметов, Республика.